Ну, в данный момент мы будем извлекать последнюю кассету на блоке. То есть это штатная операция. Проводится с помощью специальной машины РЗМ. Будет проводиться в центральном зале. Здесь мы увидим некоторые моменты. То есть я осуществляю контроль данной операции. Можете описать, чем сложна эта операция? Ну вот в целом, чем опасна? Ну, в данный момент операция не особо, ну это штатная операция, не особо сложная, уже там отработанная. Осталась одна кассета. Положенный щит 804-й. Готов выехать и стыковаться. Стыка 357-50. НСБ, готовы наезжать, стыковаться. С канала 57-50. Наезд из катоку с канала 57-50. Центральный зал. Поляков слушай. Дрюков. Наезжаем и стыкуемся с каналом 57-50. Принято, наезжай, стыкуй, стыка 57-50. Верно. Процедура отработана, сколько это времени по регламенту взяла. Расскажите, как дети, мы просто не разбирались.